Всем привет, друзья! Сегодня я приступаю к глобальной работе по озеленению нашего участка и открываю рубрику «Ландшафтный дизайн». Пока у нас не закончены работы по установке дренажа, поэтому я буду работать над небольшими фрагментами участка, которые точно не пострадают. А в этом видео речь пойдет о папоротниках. Такой кусочек земли, который виден со всех сторон участка. Здесь, если мы находимся на террасе, то прямо перед носом у нас вот этот кусочек. Если мы находимся на веранде, тоже мы видим этот кусочек. Здесь постоянно тень, при этом здесь постоянно влажная почва, потому что есть вот эти сливные трубы. Мало какие растения здесь могут расти. И тут я вдруг подумала, а почему бы здесь не посадить папоротники? Ведь они как раз-таки любят влажную почву и чтобы тень была постоянно. А самое прекрасное, что папоротник можно просто выкопать в лесу. Как я уже сказала, папоротник любит влажность и тень. Еще хотела бы добавить, что сажать его лучше вдоль северной стороны, вдоль каких-то построек. Хорошо они будут себя чувствовать возле водоемов или каких-нибудь прудиков декоративных. Самое главное, нужно помнить, что они размножаются спорами, и корневой системой также они пытаются заполонить весь мир. Поэтому, когда будете отводить место под папоротник, обязательно на перспективу думайте, насколько он может разрастись. У меня такое место, что оно ограничено дорожкой, поэтому оно просто будет обречено расти на одном месте и не плодиться мне дальше по участку. Посадку лучше производить весной, пока не раскрылись почки улитки. Вот на этом этапе идеально сажать папоротник. Можно сажать осенью, в конце августа или в начале сентября, когда активный рост уже прекращается. В качестве грунта подойдет супесчаная смесь с добавлением торфа и перегноя. Температура выращивания плюс 15, плюс 25 градусов. То есть прямо оптимальное место, которое я подобрала. Думаю, все получится. Теперь нужно подготовить вот это место под посадку. Я сейчас вытащу все эти сорняки. Разрыхлю, добавлю торф, песок, перегной и буду высаживать свои папоротники. Посадку я закончила. Яму я выкапывала в два раза больше земляного кома, а замульчировала я все вот этим хвойным опадом, который там же взяла в лесу.
Сейчас я здесь все подмету и поставлю пока какой-нибудь заборчик, чтобы собака у нас тут не копала. Приживутся у меня папоротники или нет, я не знаю. Я буду держать вас в курсе в нашем инстаграме, поэтому обязательно подпишитесь, не забудьте. А я прощаюсь с вами. Всего доброго, пока-пока!